Щиро вітаю вас, пані та панове. Продовжуємо нашу щоденну рубрику «Жарти під каву від веселих яєць». Москву сожгли. Ну, поки що тільки крейсер. Кутузова убили, Лаврова к сербам не пустили. Медведєв, син Пескова, дочь из НАТО виставлені прочь. І тільки бункерний Баклан твердить одно – таков був план. Я вірю в це. Іменно в таке наше будущее. В Российской Федерации пропало все. Нормальные продукты, нормальные лекарства, нормальное образование, нормальная медицина. Осталось только ненормальное величие. Ух, король! Ух, умница! Иза! Дай тебя поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза, даже если она неприятна. Путин рассказал, что он потомственный крестьянин с 16 века. Вот бы предки его удивились, что их далекий потомок будет ходить не на двор, а в чемодан. Про наші внутрішні проблеми. Да, народ голосує за найвеличнішого лідера, а претензії висувають Байдену. Де зброя, кричать? Ну, американська зброя в Америці, а ваша в асфальті і шашликах. Що ж не так? Ви ж зробили це разом. Петро Олексійовичу, кидайте вже займатися цією фігньою з вашими волонтерствами, допомогою фронту. Навіть все одно це не оцінить. Вкладайте гроші в те, що реально врятує країну, в журнашльондр. Бо їм же байдуже про кого писати. Головне, щоб більше платили. Інакше в Україні зелена труба. Мало хто знає, але ті бабульки, які в нашому дитинстві сиділи на лавочці, кляли і не пускали чужих, хто заходив у під'їзд. Це і був прототип територіальної оборони. Пані, в яку ціну ваша черешня? 90 гривень кілограм. Йой, я почекаю нашу краще. Та це вже наша. І по 90 гривень? Жіночко, що ви хочете? В країні війна. Ну і що ж у війна? Вашу черешню бомбили чи що? Німеччина 24 лютого 22 року. Україна протримається не більше 3 днів. Нащо давати їй зброю? Німеччина в червні 22-го. Ми боїмося, що Україна може почати вторгнення на територію Російської Федерації. Краще не давати їм ніякої зброї. Як це Байден дозволяє себе критикувати Зеленського? Таке враження, що людина взагалі не дивиться інформаційний марафон на 1+1. Повний список родичів, кумів, друзів оточення Зеленського, котрі пішли на фронт зі зброєю в руках боронити Україну. Щось в цьому списку нікого немає. Ой, як невдобно получилося. Складалося враження, що зелені зробили у букмекерській конторі ставку на перемогу Росії. Як ви вважаєте, Дмитрій Медведєв в Росії просто дурачок или бухарик? А разве Медведєв не способен сочетати в себе і то, і друге? Let me speak from my heart in на Russian. Кажется, что дух Жириновского не успокоился, мечется, пытается вселиться то в Медведева, то в Рогозина. В Госдуме Российской Федерации внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы. А законопроект об отмене манифеста об отмене крепостного права 1861 года пока не вносили? Не поняли, да? Это Россия! Вчера Путин был Петром Первым, сегодня Иваном Грозным, а завтра будет Екатериной Второй? Изя, что это ты сегодня в мятых штанах? Сёма, ты не поверишь. Включил сегодня утюг, но и оттуда вещает Арестович. Ну что ж, начнем. Рады приветствовать всех пожилых зрителей телеканала 30+. Мы уже в эфире, а эфир – это газ. Марк, отличная шутка. Костя, я тебе говорил, чтобы ты мне говорил, когда он выходит в эфир. Что ты ржешь? Я просто в этих компьютерах не понимаю. Рады приветствовать, Алексей. С нами на связи Алексей Арестович,
А хотелось бы на связь какую-то хорошую блондинку. Взаимно, Марк. Так что мне надевать уже белый парик? Да, не, Леш, но мы все помним эти фотографии, где ты такой. Марк, я тебе рассказывал историю еще, когда я был молоденьким актериком, перед тем, как стать молоденьким лейтенантиком, и тогда мы вместе еще ходили. Не, Леш, ну переставай, потому что мы в эфире 5 минут, а от нас уже отписалось 50 человек. А так не пойдет, нам нужны деньги. Вот уже Костя попросил сегодня зарплату. А не будет Кости, не будет эфиров, потому что это его компьютер. Ты будешь уже мне что-то спрашивать, потому что я сейчас просто-напросто уйду в другой эфир к Юле Латыниной. Все, короче, я ушел. Юля, очень рад вас видеть в вашем эфире. Костя, выруби Юлю Латынину, она в следующей комнате на коврах снимается. Костя, выруби ее. Не, Леш, ну конечно, у нас есть вопросы. Ну как это, без вопросов. Леша, задри, ну такой пятничный вопрос. Угу. Вечер, пятница, понимаешь, сам подорожал алкоголь очень. Ну как продолжать людям пятничное хобби? Я и Костя, он люди интересуют. Так-то, Марк, но... очень хороший вопрос. Тут надо уже быть как трансформер. Надо разбираться. Это да. Да, все подписчики 30+, взрослые люди. Все прекрасно понимают, что надеяться на западный ленд-лиз здесь нет никакого смысла. Потому что, во-первых, это дорого, долго и неэффективно. Леша, что-что? Я не слышу, что дорого? Тут нужно... Не, говори, как ты говорил. Тут нужно снимать с хранения старую советскую технику. Так. Прописью. Самогонный аппарат. Да. Но, Марк, но. Не нужно питать иллюзий, что он сразу же даст каких-то результатов. Да. Нужно проверить исправность всех комплектующих. А именно змеевик, бидон, охладительную систему и так далее, и так далее. Да. После, как это правильно сказать, нужно приготовить боекомплект. Сахар, вода, пропись. Брага. Да. И сейчас внимание, Марк, внимание. Что? Через 2-3 недели. Что мы получаем? Через 2-3 недели получаем 0,5, 0,7, 0,10 человека и так далее. Правильно. А после этого просто берем все радостно и идем в наступление с кумовьями. С кем? С кумовьями. С кумовьями. Это интересное наступление, нам нравится. Ну что ж, мы в эфире 1200 миллиардов секунд, и нас уже смотрят другие менее известные ютуберы. Дети от первого брака. Да, подписывайтесь на канал 30+, подписывайтесь на канал Марка Фейгина, на мой канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Леша, тише. Если ты научишься это говорить, зачем тебе я? Подписывайтесь на канал, сказал все уже. Хорошо, Марк, будут еще какие-то вопросы, потому что сегодня пятница все-таки, и нам в офис президента пришло, как это правильно сказать? Ну, скажи, как пришло, Леша? 700-миллиметровое односолодовое западное вооружение, да, и мы просто сейчас всем офисом будем его испытывать. Ага. Я все понимаю, потому что Костя тоже пришел с магазина. Завтра, Леш, на том же месте, в 9. Марк, давай, наверное, завтра пропустим наш стрим, потому что непонятно, как себя покажет западное вооружение. Ага. Мы вроде тут, на отечественном. Ну да, непонятно. Леш, тогда до послезавтра. До послезавтра. Кость, нарезай колбасу. Якби не напад Путіна на Україну, вільний світ ніколи б не дізнався, що його лідером є Володимир Зеленський. Тому присвоєння Володимиру Путіну українського громадянства і звання Героя України – лише питання часу. За що я люблю українців? Уламки від снаряду ще теплі, а вони вже дах ремонтують. Шифер тягнуть звідкись і міняють разом з сусідом. В іншому подвір'ї жінка питає, можна вже закопувати вирву від снаряду? Бо я ще встигну огірки наново посадити. Я думав, що відсутність грошей на доставку їжі змусить мене навчитись готувати. Але вийшло краще. Я навчився майже нічого не їсти. Моє глибоке убеждене мнение, що якщо... Вот господин Зеленский и его команда так будут вести себя, но он Украину должны, присоединить нашей страны. Украинцы наш народ, это и наша территория. Поэтому это мое мнение. Я и тогда, когда говорил, после Крыма надо забрать Киев.
мною принято решение о проведении специальной военной операции. А мы, пехота ДОН, готовы выехать ДОН и выполнить ДОН. Приказ абсолютно ДОН, без проблем ДОН. Чем отличается белорус от русского? Мало того, что это белорус, это русский со знаком качества. Русский человек – это человек, который вот не глядя рубашку рванет и пойдет. Белорус, он такой хитрее. Он так это посмотрит, но все равно рубашку рванет. А если русский пошел впереди, но точно не остановится. У нас это не принято. Батько наш бандера, Украина мать. Не нападаем, но мы защищаем свою безопасность, он. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная и уже на шерсти закорело все там. Повторю, наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Доброго вечора, ми з України. Мы готовы и будем применять ядерное оружие для защиты себя, для защиты своих интересов. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Это бригада оперативная. Когда я увидел оружие, которое там есть, я удивился. И столько оружия, это прям шокирует. Поэтому мы не хотим, и у нас нет желания воевать против Украины и против украинского народа. Вот вам боевой педераст.